готов. Есть Влад на месте или привет? Я говорю, Влад на месте? Да. Отлично. Так, а что ж вас обидит? Ну, блядь, там... Так называемые ДНР в армии Российской Федерации, которыми не нужны. Я хочу извиниться перед всем народом Украины и пожелать всего наилучшего. Украина силахлы кувелерінің Херсон истиқаметінде ирерлемесі давам еттікче, әсір алынан ишқалчыларын сайда артыр. Гондарма Донецк Республикасындан олан әсірлер, Украинаға қаршы еттіклеріне көре пешман олдықларыны вә дигерлеріне ишқалчы кімі Украинаға келмемей мәсләхет көрібілер. Лучше сдайте, чтобы не было жертв. И не слушайте никого. Сдайтесь. Вам здесь обеспечат медикаменты, все. Здесь вы будете в безопасности. Но вас так никто не кинет, как кинули нас. Здесь вас никто не кинет. Но прошу еще одно. Не слушайте свою команду. Просто сдайтесь. И будете живы. Мужики, кто еще остался в Херсонской области, не сопротивляйтесь, это бесполезно. Лучше либо сложить оружие и уехать, либо пойти в самоход, или в Сочи, как там называется. Это не наша война. Мы не можем сопротивляться, мы просто мобилизированы, мы нас толком-то никто не учил ничему. Люди из разного возраста, у кого-то болячки какие-то, у кого-то еще что-то. Что вы будете сопротивляться, я думаю, ничем это хорошим не закончится. Поэтому лучше сложить оружие, но если уже так уже припекет, значит лучше сдаться, чем погибнуть, как сегодня. В той посадке, где мы сегодня были, хорошие, кормят. Никто там не бьет, как это пишут, или там показывает. Поэтому решайте сами, но лучше, конечно, уйти отсюда. Не наша эта война, не наша. Украина освобождает свои земли, а мы тут, блядь, понятно, для чего находимся. Затыкать дыры какие-то непонятные. Я, рядовой Рафальский Михаил Валерьевич, террорист псевдо Донецкой Народной Республики, хочу попросить у всех украинцев прощения за свои злые деяния. Хай живе Украина! Слава Украине! Слава ЗСУ! Есть Влад на месте или привезли? Я говорю, Влад на месте? Да. Отлично. Так, а что ж Влад опять? Ну, блядь, там...